И пристанут старцы седые, и поднимут руки к лицу. Вечно слов молодые золотые, мы стремимся лишь к одному. Мы стремимся узреть достаток в нашей вере и в наших сердцах. Муадзин на минбар поднявшись, начинается слов «Великий Аллах». Старцы песню мольбу продолжат, равномерно гортанно речь. Руки к сердцу закрыв положат, и мгновение будет вечность утечь. И в намерении клятвой словом произнесут хвалу одному. О, Аллах, пред тобою снова мы стоим, верны тебе одному. Старцы могут хранить молчание, и в молчании их мудрость видна. Сколько в ихних делах старания, чтоб жила и цвела Чечня. Сколько смысла услышим в слове и фольклора забытых лет. Они рассказать нам смогут о том, как тьма преградила свет. Как глотая угар вагонов и эшелонов, несущих смерть, проскакивая мимо перронов по Павловскую круговерть. Как земля извергалась под стоном тех, кто шел обречен умереть, не стоявший нигде под преклоном, разнимая жизнь на вечность и смерть. Как свистели от трассера пули, разбивая в осколки стекло, как раскаленным оловом гнули, но дух был стойк и было легко. Верой в Бога врагов побеждали тем, что верили в вечную жизнь. И добирая тех, кто отставали, мы желание честь сохранить. И с востока подул сильный ветер, раздувая огонь по лесам. Он прям в сердце Ичкерии метил, но заглушил это ветер ислам. Он принесший с собой много влаги и пролил на горевший очаг. Все ушло, боль, война и гулаги, и был поднят со скалом выбитым флаг. Всяк начало и всяк сохранивший то, что было и то, что прошли. И в сердцах наших снова оживший запылал дух свободной земли. И присядут старцы седые, эти ноги и спины не те, но глаза все же те же живые, в них есть вера о мире в Чечне.